Это библиотека Пушкина. Ей больше 100 лет. Открыта на средства городского головы Андрея Текутева. Библиотека – это не просто место, где читают в тишине. Это настоящий музей, если речь идет про самую старую библиотеку города Тюмени. Была первой бесплатной и публичной в Тюмени. Крестьян, купцов, интеллигенцию, детей записывали всех. Сегодня в библиотеке 5 залов, 9 сотрудников и 30 тысяч читателей от 3 до 97 лет. В фондах более 80 тысяч книг, из них 1500 – Пушкиниада, почти 800 редких – большая коллекция по краеведению. Есть фонд старинных предметов быта. Этот бюст Александра Сергеевича – ровесник библиотеки. Его изготовили и привезли в Старую Зарику из Петербурга. До перестройки гипсовый Пушкин стоял на улице. На второй этаж рабочие его заносили вчетвером. Самая старинная книга библиотеки – это альманах 1885 года. В нем есть все – фельетоны, рассказы, стихи и даже рекламные объявления и новости Петербурга. Реклама духов, мыла и средств от мозолей занимает в издании 19 века целые полосы. В библиотеке вообще много чего интересного, а записаться можно бесплатно. Пушкинские чтения, литературные дискуссии и выставки. Для маленькой библиотеки 30 мероприятий в год – это прилично. Она пережила два крупных пожара и сразу три войны – гражданскую, Первую мировую и Вторую. Итак, библиотека имени Пушкина – самая старая в городе Тюмени. Эту и другие рубрики ищите в соцсетях, а мы покажем еще больше.